Доброе утро. Да, выгляжу как непонятно шо. И что мне сделать? Сейчас я буду делать шо. Правильно, мординг кофе. Insert. Короче, рассказываю, какие у нас есть план на день. Во-первых, я сейчас попью кофе и приведу себя в порядок. Во-вторых, у меня сегодня должен прийти буквально по идее через в течение 15 минут должны доставить домой фотоаппарат кодеком 35. Короче, пленочный фотик я заказал и в последнее время загорелся прям этой идеей. Я уже очень хочу, чтобы его привезли, я прям so excited. Сейчас выйду, как бомжиха какая-то, к нему не бывает. Честно. So, finally, I'm fine. Сейчас, короче, попью кофе и пойду распаковывать. Пиздец. Вот как это назвать, я не понимаю. Зато пол будет хорошенечко вымыт, знаете, да? Ну, что я думал, делая из стакана с пол-литром воды подставку. Помыл пол, я этого хотел, я этого ждал. Вот так, ну, мне кажется, вообще кайфовенько выглядит, да? Кстати, посмотрите, сколько у меня уже книг. Еще одна лежит у меня там в тумбочке, которую я читаю. Надо 3А батарейка, или как-то так она, короче, называется. Вот, но у меня нет. Все-таки откроем пленку, посмотрим хотя бы, как она примерно выглядит, да? Я не знаю, там вообще надо ее как-то... Она, наверное, будет в таком футлярчике, но ее нельзя там как-то открывать сильно, чтобы не засветить. Кстати, надо всем аккуратно себя поводить. Опа! Так. Я заказал Fujifilm 200, вот такую... Color Plus, по-моему. Да. Потому что она дешманская. Потому что там были коды какие-то типа Gold, кодек 4. Ну, короче, такое. И они стоят там вообще по 20 евро, а это 8. Ну, я думаю, для первого раза, ну, будем на дешевых вибрациях. Первый раз. Как-то... Я не знаю, как бы... Прям мне так нравится эта тема, я не знаю. Я, кстати, ее протер, и она... Прям очень классно, стало видно через нее, прям кайфовски, класснепски. Так получится теперь, что у меня большая часть видео будет про него, но кому будет интересно, как раз за тут посмотрит, кто тоже хочет себе купить, потому что я когда перед покупкой, я посмотрел 100 миллионов видосов, мне почему-то так нравится эта тема, это так прикольненько, интересненько, я люблю фотографировать, а особенно вот так вот, типа, ну я еще не знаю, как его это фотографировать на пленку, но мне это кажется интересным и прикольным. Сейчас я иду приводить себя в порядок. Пиздец. Были все равно, типа, за это авторские права, но вот это похер, у меня все равно есть монетизация, поэтому пусть забирают деньги. Новый альбом Måneskin. Смотрите, какой у меня есть слейный, просто слейная такая подушечка. Инопланетянин с планеты пиццы, и как-то так. Знаете, какой у меня вопрос, короче, встал передо мной? Я не знаю, типа, вот я, например, да, сейчас сюда пленку закину и поснимаю, например, там, 10 кадров условно сегодня, и я не знаю, и еще 10, там, через 5 дней. Так можно или нет? Типа, она может в фотике, ну, в фотоаппарате это быть долго. Ну, то есть, или нужно ее за какое-то время, вот ты вставил, и за какое-то время ее нужно использовать. Я не знаю, по идее, я погуглил, но нет такого, что типа пленка там должна быть только один день в камере. По идее, она может быть там сколько хочешь, типа, у нее там вообще какие-то большие сроки, типа, ну, по идее, да, я не знаю, ну, типа, я думаю, можно, поэтому, не знаю, возможно, сегодня вставлю, поеду как раз фоткать в центр, but I'm not sure that I'm ready for today, you know, типа... Не знаю, возможно, я хочу сам, типа, потом поехать, типа, и бла-бла-бла-бла. Я же ты была раньше.
Вообще еще немножко такой прикол. Я завалил один из своих экзаменов, самый тяжелый, короче. Меня пересадили там на первую парту. Было очень интересно, поэтому сейчас, возможно, посижу немножко, поповторяю, и потом пойду уже в магазин за батареечкой для футика. Я вот так вот на планшетике накалякал себе конспектик для экзамена. Да, у меня ужасный почерк, я в курсе. Но, короче, сейчас буду повторять. Всем good morning! А это нормально, что я... Good morning! Подождите, сейчас 12. А это нормально, что я в своих видео выгляжу как... уёбыш. Короче, у меня ничего нет, но у меня есть только фрукты. У меня есть mango, strawberry. А вообще, у меня сегодня в планах, поскольку я вчера, короче, гулял, ничего не снял. Я повторял, наверное, фотографии и видео. Правда, не в том формате, ну, короче, чуть-чуть. Но и толком я ничего не снимал вчера, а сейчас я поеду, наверное, сам в город фотографировать все на пленочный свой фотоаппарат, который мне пришел. У нас там еще сейчас в городе очень много всяких прикольных инсталляций. Мне надо пойти пилить футболку, я выгляжу как дебил. Ладно, насрать. Мое же видео. Ну, так вот, у нас сейчас там очень много всяких инсталляций и прикольных штук. Поэтому я поеду фоткать и, короче, может, пофоткаю немножко так себя, что-нибудь something like this, you know. И вот и все. Вот такого характера у меня сегодня morning breakfast, или, скажите, morning breakfast, утром это breakfast или что, я не помню. Я не знаю английский. Ты же я сюда, потому что... Так, вообще у меня сейчас задача быстро собраться, потому что... день сейчас очень маленький и темнеет быстро, а я хочу, чтобы, ну, чтобы не было темноты, как бы запись. Ну, короче, фоткать в светле. Я не умею выражать свои мысли. Кстати, покажу еще на видео процесс того, как я в фотоаппарат вставляю пленку. Так. Так. Потянул. Эка, подожди, я не успеваю за тобой. Так, пленка. Блин, а мне реально как-то так волнительно, честно, я не знаю почему. Так, ставлю. Не закрывается котик. О! О, смотрите. Все зацепилось. О, у меня щелкнула эта штука. Ну, короче, вроде бы все есть, да? Я не знаю, правда, оно не прям на единице. Ну, я хуй его знает. По идее, когда я сделаю кадр, оно будет на единичке, да? Когда я проверю. Да я хер его знает. Ну, в общем, я пока не буду делать фотографии, я сейчас одеваюсь и еду... всем этим заниматься в центре, потому что я не хочу портить себе кадр. Я не знаю, что мне брать рюкзак, либо он поместится в сумку, но я не уверен, что он поместится, но сейчас я попробую. У меня вот такое вот есть отделение. Если я сейчас достану отсюда все, ну, вроде нормально, да? Вот так, по идее. Kinda cringe. You know why? Посмотрите на погоду. Ну, как погодка, да? Классно. Там уже за минут 10 нападало реально до хера снега. Ну, неужели я отменю свои планы и останусь дома? Нет, конечно, нет. Я пойду, я намокну. Я замерзну, но дома я не останусь. Снег пока ни хера не прекращается, и пока день, я решил сделать себе такой план. Я пришел вот сюда, где всякие вот такие вот новые прикольные здания. Я пофоткаю тут днем, а вечером у нас всякие инсталляции, и уже когда стемнеет, я буду фоткать всякие инсталляции. Чуть не наехала эта хуйня.
классно. Хожу, понимаю, что, конечно, гулять самому это не самое мое любимое занятие. Прикольно, типа, что я фоткаю, да, но не знаю. Не прям люблю это. Поэтому я еще немножко голодный, когда ты голодный, настроение плохое. Я иду кушать Макдональдс. Это такая, мне кажется, вообще идеальный выход, если ты как-то себя плохо морально чувствуешь, пойди поешь в Мак, тебе станет лучше. Слава богу, больше ну практически ничего не летит, это уже такая мелочь, потому что он меня так задолбал, если честно. Еще такое часто бывает, мне некомфортно гулять одному, просто потому что типа я один. Когда все гуляют не по одному. Мне кажется, в этом тоже есть определенный свой кайф, но мне иногда типа как-то типа важно, чтобы обо мне думать, поэтому все, избавляемся, иду снимаю вот на улице. Я вот понял реально, что лучше всего ходить без наушников, знаете, слушать эти щелчки, фотоаппараты и все такое, как эти шестереночки крутятся, ну или я не знаю, как правильно это сказать. Типа так гораздо прикольнее, атмосфернее, потому что когда в наушниках ты ничего не слышишь, ну как-то вообще не то, как по мне. Вообще тракторы меня сегодня просто убьют, блядь. Еще я зашел только что в кофейничек, взял себе кофе, сделал в туалете еще один кадр. Ну короче, там в зеркале должно было прикольно получиться, надеюсь, там не видно, кстати, унитаз или чего-то такого. Типа, я снимаю на площади. Просто пока тут не светло, охереть, да? Ну, насколько как-то я забил хер. Я человек ебанутый, поэтому иду подниматься вот туда. Почему бы и нет? Мне кажется, я уже так много наговорил в видео этом, то, что видео выйдет достаточно длинным. Думаю, наверное, минут 10, если не больше будет, потому что я еще не знаю, сколько я там наснимаю. Я, конечно, извиняюсь за то, что нету прям каких-то супер-классных, красивых эстетик кадров. But like... Я просто иду кайфую, знаете, фотографирую, что могу, то опыт снимаю. Это была не лучшая идея, скажем так. Не, ладно, шучу. Только что еще был на одной инсталляции, ставлю видео, очень классно, мне понравилось, реально очень круто, и через час поеду домой на поезде, поделаю там тоже фоток. Я уже прошел более 16 км, к концу дня будет больше 17, 100% я находился, конечно, сам максимально много. Извиняюсь за теми, но на самом деле это был для меня необычный экспириенс гуляния, потому что я-то сам гулял один и не раз, но обычно это либо с наушниками, я какое-то то ли видео смотрел, то ли подкаст слушал, или слушал музыку. Сегодня я гулял без наушников, и в принципе мне вообще понравилось, очень классно и очень прикольненько, и достаточно интересно. Конечно, лучше с кем-то, но так-то же прикольно. Такой мем подошел какой-то бомж или ёбнутый, говорит, что-то по-литовски, я не понимаю, говорю, не супранто. Он такой, зажигалка есть? Я говорю, нет. Он начинает уходить, потом возвращается. Я на каких-то языках говорю, English. Он такой, а откуда ты? Я говорю, Ukraine. Думаю, пиздец, сейчас еще вдруг какой-то ебнутый отпиздит или еще что-то. Говорит, а, кул, начинает натянуть руку, а я не хочу ему жать. Я такой, типа, I don't want to. И, короче, блядь, начал с мной пиздить и говорю, окей, I need to go. А на этом, я думаю, все, я уже приехал на свой район. Надеюсь, вам было интересно. Точно так же интересно, как и мне. Поэтому все, поставьте лайк, всем пока.